Короче говоря, сегодня мама, как всегда, пришла с работы вовремя, что не может не радовать соплю. Потому что мама очень любит соплю и всегда с работы приносит что-то вкусненькое. Мама, мама, мамулечка, ты принесла мне что-нибудь вкусненькое? А это зависит от того, как ты себя вел, моя кукурузочка, весь этот день. Ма, ну хватит уже, лето началось, у меня каникулы, можно я хоть сейчас отдохну от этих всех правил и заданий? Ладно, сладкоежечка моя волосатая, у меня есть кое-что. Вот шоколадочка, бери. И как только заветная вкуснейшая шоколадка оказывается в руках сопли, об этом узнают все бородатики в доме. Я вас всех замочу. Шоколадка? Чую, я чую тройной Сникерс. О, мне как раз мужиками закусь нужен. Не знаю почему, но мне тоже очень срочно нужно съесть шоколадку. Вот вам и первое развлечение, а точнее квест. Придумайте, как обойти всех бородатиков в этом доме и сохранить драгоценную шоколадку. Беги, сопля, беги. А ну дай сюда. А ну иди сюда. Моя шоколадка. На. Капусточка, проходи. А ну стоять, шоколадочку на базу. Батя, смотри, халявное пиво. Что? Где халявное пиво? Отдай глюкозу бабуле. О, бабушка, смотри, это что, почтальон? А где почтальон? Он же мне пенсию должен. Почтальон! Моя любименькая. Подпишись, подпишись, подпишись. Колокольчик нажать не забудь. Комментарий ты клёвый оставь. И улыбнись, улыбнись, улыбнись.